Ветрено везде. Вы иностранный гражданин? Нет. Для получения патента? А на каком основании вы запрещаете? Я не запрещаю, снимайте, пожалуйста. Я не запрещаю, снимайте. Можно, да? Снимайте, вот, пожалуйста, снимайте. А на сейчас проходят иностранные граждане. Посторонние не пускаются. Сейчас выдаются только иностранным гражданам. Мы прессу независимо знаем. Снимайте. Снимайте, вас никто не запрещает снимать. Вы нам запрещаете пройти вовнутрь? Нет. Мол, сейчас иностранные граждане не получат его, заходите, снимайте, что хотите. Еще. Один человек. Вот, еще сейчас один на каком основании вы запрещаете нам пройти? Вам никто не запрещает. Здесь идет выдача, вот отсюда, ради бога, снимайте. Почему мы не можем пройти вовнутрь? Потому что вы мешаете нам работать. Закон о СМИ слышали такой? Слышали. Слышали? Так на каком основании? Вам никто не запрещает. Снимайте, пожалуйста, дайте нам пройти. Мы все, вы мешаете работе. Таким образом? Ради бога. У вас абсолютно пустое помещение. Я думаю, что мы никому не помешаем, если мы встанем в стороне и просто снимем. Мы же объявили, что сейчас сюда пускаются только иностранные граждане по обвинению. Закон о СМИ. Каким образом вы ограничиваете нам доступ? За счет чего? Вам никто не ограничивает. Сейчас вы можете пройти с ним. Вы мешаете работе. Вот вы в настоящий момент мешаете работе. Сейчас вы все усложняете, вы нас не пускаете. Вы сейчас не даете нам пройти. Поэтому сейчас у вас, естественно, проблемы. Сейчас вы пройдете, вас никто не ограничивает. Сейчас патенты будут выданы, вы пройдете. Того он и получит иностранный гражданин. Проходите, пожалуйста. Вот девушка. Проходите. Проходите. То есть в данный момент мы пройти не можем. Правильно? Я ответил на все ваши вопросы. Не потянешь. Да, проводите. Еще двоих. Только потянешься. Это же разные области. Все понятно. Делать конкурс, можно было удобно проверять документы. Видите, год рождения ваш. Можете чуть подвинуться. Пропустите нас, и вам будет удобно проверять документы. Год рождения. Год рождения осталось. Я гражданин Российской Федерации, это общественное место, почему я не могу пройти? Это служебное место, это не общественное место. Это общественное место ему граждан. Но пропустите, вы принимаете? Сейчас здесь занимаются иностранные граждане, мы все прекрасно понимаем. Работодатели сейчас принимают на патент. Работодатели все, мы записывались на очередь. Да, сейчас пройдет, мы же объяснили, объяснили. Через 15 минут пройдут все работодатели, все, ради бога. И все тогда будут заходить. Давайте еще проходить. А РП тоже пропустите, пожалуйста. Нет, сейчас только патенты. Через 15 минут закончатся талоны. Год рождения какой вот? Так это не он. Вот, пожалуйста, не он, можете снимать независимая пресса. Все? Независимая пресса, можете снимать. Да уже все. Так, мальчик, уйди, ты не с нашей прессой. А не пропускайте. Мальчик, уйди, ты не с нашей прессой. Не из нечего играть. Все? Пожалуйста, прессу, заходите, снимайте. Все, талоны на патенты закончились. Остальные проходим. Да и нету. Кончился. Кончился, да? Как вам стыдно? Ребята, Сейчас, подождите, что там в общем?